Фигли делает передачу на партнера, но Пике ее прерывает. Чуть левее 17-й Родриго, чуть правее 8-й Софьян Фигули, центральный нападающий Пако Алькасар номер 9. Нуно Эспириту Санто, главный тренер, а вот атака Барселоны 3-2, Суарес, гол на первой минуте! Барселона разрывает оборону Валенсии и выходит вперед! Только-только ознакомиться с составами мы с вами успели, а Луис Суарес продолжает свои бомбардирские штучки. Два мяча в Париже, причем забитые в совершенно феноменальном стиле. И вот еще один гол Луиса Суареса, уже 11-й в этом розыгрыше Ла Лиги. Смотрим еще раз, ведь начиналось-то все с быстрой атаки Валенсии. Пике перехватывает мяч, Маскерану, передача на Чави. Дальше, кто это был? По-моему, Серхио Бускетс доставляет мяч до нападение. Месси обыгрывает Орбана, делает передачу Луису Суаресу, и того не успевает накрыть Николас Отаменди. Быстрая, разумная, вертикальная атака Барселоны приводит к голу уже на первой минуте встречи. Как сейчас не вспомнить результат игры этих команд в первом круге? Ведь тогда Барселона забила буквально на последних секундах. Если помните, сумел отличиться Серхио Бускетс, и Барселона увезла 3.